сегодняшнего дня. И мы будем проводить большое мероприятие, посвященное этой декаде. И мы там приглашаем туда всех категорий. То есть вот инвалиды. Образовалась полуамнезия. То есть я забыла, сколько мне лет, как читать, как писать, как ходить, как говорить, как моих родителей зовут, как меня зовут, потом где я живу. Потом заново все это учила? Все заново учила, все с нуля учила. Тоже я тоже здесь того и раз, тоже здесь раз. И не зря называется это вот, эти курсы называются «Поддерживаем друг друга». Лилия Салахатинова, она тоже будет постоянно 24 часа находиться рядом с вами. Все вопросы, которые есть у вас, что волнует там это, что-то, вы ей говорите, она нам передает, и мы уже как бы это решаем все вместе.